привет! Сегодня мы будем делать очень быструю и легкую прическу на основе плетения «Вывернутая коса». Коса на бок, назовем ее так. Все, что вам понадобится для создания этой прически, это расческа и резиночки. Начнем. Первым этапом зачешем волосы на одну сторону. Теперь выделим часть волос с правой стороны. И начинаем наше плетение. Разделим эту часть на 3 пряди. Прядь заносим под центральную. Теперь прядь с другого края заносим под центральную. Теперь к нашей крайней пряди добавляем часть волос. Берем ее снизу. Аккуратненько ведем кверху, ведем и добавляем. Теперь заносим под центральную. Теперь выделяем часть волос спереди сверху. Добавляем крайней пряди. И заносим под центральную. Выделим часть волос снизу. Добавим ее к крайней пряди и занесем под центральную прядь. Выделим часть волос спереди, добавим к крайней пряди и занесем под центральную. Таким образом двигаемся до самого низа. Дальше просто плетем косичку. Завяжем резинкой. Теперь сделаем из этой косы объемную, начиная с кончика.
вот такая очень очаровательная прическа у нас получилась. Если вам понравилась эта прическа, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал.